Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами посмотрим, каких мужчин вы притягиваете. Ну, конечно, гадание женское. И все-таки, мужчины, если вы хотите, вы можете посмотреть. Это гадание, подстроить под себя. Ну что ж, мои дорогие, любимые женщины, девушки, девочки, все мои любимые красавицы. Сейчас мы посмотрим, каких мужчин вы к себе притягиваете. Итак, у нас будет 4 варианта. Первый, второй, третий и четвертый вариант. Кстати, гадаем мы сегодня на моей авторской колоде «Оракул запретных желаний». Можете приобрести в интернет-магазинах. И 6 карт дополнительных только у меня, кто приобретает эту колоду. Но дополнительные карты вы сможете приобрести только у меня. Ну что же, дорогие мои, посмотрите первый, второй, третий, четвертый вариант. Напишите в чате в комментариях, который вариант вы выбрали. Но если интуитивно вам хочется загадать 2 или даже 3 варианта, вы можете это сделать, потому что бывает так, что сегодня вы притягиваете одних, завтра вы захотите притянуть кого-то другого, и опять-таки это возможности какие-то, да, можете даже какой-то вариант оставить для новых отношений, посмотреть в новых отношениях, кого вы можете притянуть. Так что, если есть возможность воспользоваться всеми вариантами, можете загадывать все. Итак, первый, второй, третий и четвертый. Начинаем. Первый вариант. Карта насилия. Ну, это однозначных абьюзеров. Вот просто абьюзеров, и вы находитесь в качестве жертвы, а он, конечно, абьюз. Постоянно это насилие, это угнетение, это, знаете, может быть и физическая расправа, может быть и чисто эмоциональный, знаете, такой террор. Но это абьюзивные отношения. И причем вот постоянно, вот кого вы загадывали или на что вы загадывали, да, это абьюз. А рог изобилия, на самом деле, вы очень-очень щедрый человек. Вы красавица, вы изобильная. Вы накормите и напоите, и постираете, и спать положите, и все, вот душу раз выверните наизнанку, последнюю копейку на этого человека отдадите. Вот вы такой плодородный человек. А к вам тянутся вот такие абьюзы, которые пользуются и хотят просто поживиться. На самом деле, вот посмотрите, как вы выглядите. Рог изобилия показывает вас, вашу светлую душу, непорочную душу. Сама карта выпадает. Карта червяки. Вот копошатся вокруг вас постоянно такие абьюзивные личности. Это постоянно. И червяки, это, знаете, как постоянно просят прощения, а вы прощаете. Вы прощаете. Карта лестница, это, знаете, как через тернии к звездам говорится, некое такое очищение, вы как будто бы проходите кармические отработки, вот чтобы дойти до нужного результата, чтобы найти своего человека светлого, вы сейчас проходите какие-то кармические отработки. А чьи это отработки? Что за карма? По женской линии однозначно карта соблазнительницы. Часто такую карту, как Лилит, да, ее называют. Можно сказать, что женщина в вашем роду была очень-очень красивая, но коварная. И она, конечно же, мужчин вот просто, знаете, меняла как перчатки и пользовала их. Пользовала. А сейчас вы несете отработку. Сейчас вот за прегрешение вот этой женщины вы отрабатываете карму. Сейчас мужчины пользуются, но это не навсегда. Вот по вот этой вот карте, да, вы как будто бы очищаетесь, вы идете вверх, вы поднимаетесь наверх. Сколько это еще продлится? Воздушная стихия – это, как правило, у нас осень, да?
Вот когда бы вы не посмотрели это видео, значит, показывают, что осенью это все закончится. Если, допустим, вы смотрите сейчас зима, значит, еще зима, весна, лето и к осени. Если весной вы смотрите, значит, весна, лето, к осени закончится. Ну, соответственно, если лето, то лето переждать, и осенью все закончится. Вот так вот эта карта говорит. Посмотрим следующие, какие у вас отношения будут. Знаете, вот эта карта помощника, старика, учителя, да, человека возрастного, как сила рода, вам нужно обратиться к мужчине своего рода. Если вот здесь женщина, да, виновница, здесь нужно, может быть, узнать какие-то тайны по роду через мужчину или о мужчине, у дедушки поговорить, с отцом поговорить, что-то узнать вот у какого-то мужчины, через какого-то мужчину должен что-то вам рассказать, какие-то семейные тайны. И вот тогда придет очищение, помощь вот этого старика вы примете, но это ваш род. Через ваш род вы должны получить или благословение, очищение, или прощение получить. А вот какого-то мужчину надо найти, возможно, обиженного вот этой женщиной. И он должен дать вам благословение или простить вас. Вот что-то так идет. И тогда у вас открываются дороги пути. Карта говорит о том, что будут много знакомств, хороших знакомств. Хорошие, достойные люди придут в вашу жизнь. И исполнятся все ваши мечты и желания. Карта «Единорог» – это вы подниметесь наверх. Вот как по радуге просто вверх, наверх пойдете. Давайте посмотрим вариант номер два. Что у нас здесь? Карта собака, а это карта преданного человека, преданность, честность. Вот такого человека вы всегда притягиваете. Честных, порядочных, преданных. Возможно, среди ваших друзей очень много таких людей. Возможно, друзья потом ваши обращаются в любимых людей. Но это хорошие люди. Посмотрим, что о вас можно сказать. Вы достойная женщина, вы наполненная чаша, и вы достойны любви, счастья и радости. Второй вариант, прекрасный вариант, у вас достойный человек, если вы сейчас в поиске, у вас очень скоро все случится. Посмотрите, кто рядом с вами, будет счастье. Карта письмо, может быть, вы с ним сейчас уже переписываетесь, или через переписку какую-то, смс-ки, или, может, через сайты знакомств, да, ну вот через какие-то, может, документы, да, письма. Вы с этим человеком сейчас общаетесь или будете общаться. Очень хороший вариант. Номер два. А рыбы – это счастье, это прибыль, приток. Для кого-то, кстати, это беременность, это удача, это исполнение желаний, это, кстати, богатство, богатый, финансово обеспеченный человек. И у вас с ним будет какое-то, знаете, просто прекрасное будущее. Карта сердца, предложение руки и сердца. Второй вариант – вы скоро выйдете замуж, этот человек – или есть, или появится. Ну и огонь, страсть, это просто, вы будете просто. Это секс, настолько большой секс, сексуальность. Еще показывает вот эта карта огонь. Вам нужно дружить с огнем, очищать пространство огнем, жечь свечи, загадывать желания, медитировать. Вот знаете, это, конечно же, страсть, страсть, любовь, предложение руки и сердца. Второй вариант безумно хороший, если вы в отношениях, берегите эти отношения, если же вы в поисках, то скоро все случится, разрешится, и счастье войдет в ваш дом просто превосходно. Вариант номер три, карта перекресток. Вы находите человека, который все время куда-то торопится и все время делает выбор между вами и между еще кем-то. Вот знаете, ему нужно постоянно сравнивать. Либо вы должны быть еще, вот знаете, такой завлекалочкой, зажигалочкой, которая будет флиртовать с другими мужчинами. Или вот, допустим, вы в паре находитесь, а этот мужчина вас уводит из пары. Вот это ему нравится. Как только он вас увел, все, интерес пропал.
понимаете? Вот ему нужен азарт, вечный драйв. Либо он постоянно в каких-то отношениях, и вы его вытаскиваете из этих отношений, либо вы в какие-то отношения вступаете, он вас. Но тут нужно, понимаете, это на любителя, это отношения на любителя. Вечный такой драйв, это нет ни секунды покоя, как говорится, да? Неспокойные отношения, неспокойные абсолютно. Карта якорь. Знаете, я скажу, что вас как будто бы остановила судьба на каких-то отношениях. Вот, допустим, либо вы сейчас в отношениях находитесь, но они очень неспокойные, да? Либо же вот этот якорь появился после каких-то неспокойных отношений. Вот были трудные, тяжелые отношения, и все, и стоп, теперь у вас как будто бы остановилось все. Развитие в других отношениях не получается, как будто бы перекрыло кислород. Вот человек, который получает уже вот этот нездоровый драйв, да, у него постоянно умирают нейроны в голове, да, потому что нейроны выстраивают цепочку, допустим, я вижу этого человека, я хочу за него замуж, у нас будет семья, у нас будет счастье, вдруг это не случается, нейроны погибают, понимаете, в голове происходит гибель нейронов, потом опять вы выстраиваете цепочку, вы помирились, все хорошо, опять какая-то кризисная ситуация, опять нейроны погибают, это, понимаете, это своего рода убивающий наркотик. Вот вы когда привыкаете к таким отношениям, вы уже нормальные, спокойные, стабильные, уже вы не видите, вам скучно в этих отношениях, вам хочется вот этого драйва, чтобы постоянно ваши нейроны разрушались и погибали. А это все на нервах, это, конечно, потом онкозаболевания различные могут быть. Карта змея говорит о вашей все-таки мудрости. Вы принимаете мудрые решения. И для вас вот эти вот печальный опыт был, как действительно какой-то опыт вы восприняли. Вы поняли, как нужно жить, с кем нужно дружить, кого любить. Вот такое вот. Карта птицы, вы обрели свободу. Вот такое свобода и очищение. Как будто бы вы избавились от этих отношений непонятных. И вы сейчас в свободном полете, вы свободны. Да, как Лепс поет, да, я свободен. Вот точно так у вас, я свободен, да. Нерожденная душа по третьему варианту. Здесь однозначно некротика еще играет большую роль. Скорее всего, у вас или у вашей мамы, бабушки, смотрите, до седьмого колена был нерожденный ребенок. Да? Вот как раз-таки дополнительная карта, которую издательство весь не взяло в печать. Да? И кто приобретает эту колоду «Оракул запретных желаний», 6 карт дополнительных можете приобрести у меня, потому что такие эти карты не были допущены. А вот нерожденная душа – это однозначно у кого-то некротика, да, привязана. И здесь она преграждает путь к хорошим, нормальным отношениям. Тяжелые отношения какие-то идут, тяжелые отношения. А карта паук, еще и вы в паутине. Ну вот это вот все вместе, понимаете? Вот третий вариант, здесь нужны чистки. Помимо этого еще психологическая помощь. То, что вы вырвались и вы свободны, это хорошо, что вы вышли из этих отношений. Но вам нужна психологическая помощь, потому что вас как будто бы, вот знаете, запутали в сети. И карта якорь тоже, вы сдвинуться не можете. Еще некротика не дает вам развиваться, не дает вам хороших отношений. Надо отвязку нерожденного ребенка делать. Карта айсберга тоже это может обозначать нерожденный плод. Это заморозка, это, как знаете, замерзший плод, замороженный плод. А вот сочетание этих двух карт однозначно показывает стоп, еще и якорь. Вот это вот, да, как заякорилось что-то, заякорилось, остановилось. Тут пока что я не вижу вообще, чтобы кто-то притягивался, понимаете? Вот было притяжение человека, который после него вот не пошли, никакие отношения не складываются. Здесь нужно убирать некротику вот эту вот, а потом уже о чем-то дальше разговаривать. И давайте посмотрим четвертый вариант, карта клевера. Карта довольно-таки позитивная, абсолютно открытая карта.
говорит о вас как о светлом человеке, говорит о том, что вы радуетесь каждому денечку, любому событию в вашей жизни. Вы притягиваете таких же легких людей. Вот вы легкий человек, вы не заморачиваетесь, вы не помните обиды, вы не скандалите по пустому. И к вам притягиваются такие какие-то легкие люди, легкие. Ну, как бабочки, как мотыльки, это, знаете, как однодневки. Давайте еще посмотрим, что тут. Старуха. Ох, старуха. Тут, конечно же, надо обратить внимание, во-первых, по вашему роду посмотреть, что за женщина была, которая занималась магией и не совсем была честна или права, да, в каких-то ситуациях. Ну, вот здесь что-то покопайтесь в роду, потому что вот у вас вроде бы попадаются нормальные мужчины, но они как мотыльки, они однодневки, они ненадолго. И вот к старухе надо присмотреться, что за старуха. Вампирец, вас какая-то старуха. Еще знаете, может быть, вот когда вы устраиваетесь на работу, присматривать за старыми людьми, да, а старики, они все равно вампирят, хотим мы этого или нет. И все мы старики становимся, и мы в вампиры таких превращаемся. Еще почему говорят, да, нельзя детей маленьких вместе укладывать там с бабушкой, с дедушкой, потому что у детей слабая энергетика, бабушка, дедушка вампирят, подсасывают. Вампир, женщина какая-то рядом с вами, которая вампирит, сосет. Или вы больше времени уделяете какой-то женщине пожилой, и у вас очень крайне мало времени остается на личную жизнь, и поэтому она, личная жизнь проходит как вот, знаете, как мотылек, улетает, убегает от вас. Кстати, вот тоже дополнительная карта, которой нет в общей колоде. Оракул запретных желаний, если вы приобретаете в интернете, то вот эта вот карта тоже дополнительная, которая не вошла, издательство не берет такие кровожадные, но вы можете приобрести только у меня дополнительные карты. Так, посмотрим. Карта маска, прячется лицемерие вокруг вас, кто-то не хочет лицо свое показывать. Но сглаза очень много, сглаза, потому что вот вы такая, знаете, легкая, легкий на подъем человек, как бабочка, как мотылек. И людям кажется, что вам всегда легко. Легко, очень много глазят вас, глазят, наводят негативные программы. Карта всадника, карта говорит о том, что мужчина какой-то спасет вас. Знаете, вот он ворвется в вашу жизнь и скажет быстро, садись ко мне. Помните, как в фильме, да, хочешь жить, садись ко мне в машину, да, про Терминатора, где Арнольд Шварценеггер играл. Вот точно так здесь будет, подъедет какая-то машина или вот принц на белом коне и скажет, хочешь выходить замуж за меня, поехали со мной. Вот что-то такое будет, и вы должны воспользоваться случаем. Вот если вы уедете с этим мужчиной, да, не побоитесь, оставите все в прошлом, то поверьте, у вас жизнь совершенно другая будет. Все изменится. Самое главное не испугаться. Вы избавитесь от безденежья, потому что на данный момент сейчас у вас как будто бы деньги вот в небытие куда-то уходят, понимаете? Вот все, все рушится, все. Карта звезды – это карта надежды, исполнения желания, карта мечты. И это поднебесье такое. Здесь звезды, здесь звезды. Говорится о том, что, скорее всего, этого человека вы через интернет найдете. Это может быть сайты знакомства, форумы какие-то. В любом случае, это что-то будет в интернете, связь в интернете с этим человеком. Это просто восторг и счастье. Самое главное, вот здесь подсказка однозначная. Если вам предлагают какие-то отношения быстрые, скорые, срочные, соглашайтесь. Вот все бросайте, вот это вот оставьте, зону порчу вам нужно оставить и уйти. Уйти с этим человеком, уехать куда-то, ускакать, да. И вам будет счастье, вы как будто бы в поднебесье окажетесь. Ну, прекрасный исход четвертого варианта. Надеюсь, что вам понравился этот расклад. Пальчик вверх и слово «благодарю». И я желаю вам мира, добра и счастья. Всем пока-пока.